Внимание, масочный режим. Именно с таким предупреждением сегодня началось движение общественного транспорта. А маршрутном такси строго указали перевозить только посадочные места. Но, по рассказам водителей, даже посадочные места не заполняются людьми за рейс. После выхода из чрезвычайного положения, введенного в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, количество граждан, пользующихся общественным транспортом, заметно уменьшилось. Некоторые связывают это с праздничным днем, а другие с отсутствием студентов и школьников. Людей сегодня почти нет. Почему? Не знаю, сегодня или еще не привыкли. Но сегодня нет. Вот у нас круг обошлось почти. Даже вот я 2 круга сделал. 300 сома нет. Даже сиденье не позаполнится. Общественный транспорт будет ездить в обычном режиме, но строго соблюдая меры санитарной безопасности. Водители должны быть в масках и перчатках. Перед каждым рейсом проводить дезинфекцию салона, ставить при входе санитайзеры и пускать в транспорт только пассажиров в масках. По их рассказам, в день водителям выдают по 5 литров антисептиков, пару масок и несколько перчаток. По сообщению Управления городского транспорта, для недопущения распространения коронавирусной инфекции было принято 244-е постановление правительства. За нарушение правил будут выписываться штрафы. Требования к водителю есть, требования общественного транспорта и требования к пассажирам есть. Сегодня мы по таким требованиям, сегодня такую многостороннюю работу проводим. Мы службу пригласили со стороны ГАИ, транспортной инспекции, это Минтранс и ЦГЦН. Они все сейчас сегодня разъяснительную работу проводят, чтобы все понимали сегодняшнюю ситуацию. По словам жителей столицы, возобновление работы общественного транспорта во многом облегчило жизнь простых граждан. Если люди соблюдают все санитарные нормы, общественный транспорт – это безопасно. Конечно, хорошо, что начал ходить, потому что мне приходилось огромное расстояние ходить пешком. Люди вообще-то без масок, соблюдение очень плохо. Наверное, вот на маршрутном такси пока ждать-то где-то месяц вот так, а автобусом хорошо. С 25 мая на линию вышли 110 троллейбусов, 112 автобусов по 11 маршрутам и около 1000 микроавтобусов по 104 направлениям. По сообщению мэрии столицы, постепенно количество транспорта будет увеличиваться. Роза Курманбекова, Бектур Калыков, новости Ушпирим.